Внимание! Сработала система пожарной сигнализации. Всем приготовиться к срочной эвакуации. Утром 4 сентября в общеобразовательной школе номер 40 раздалась тревожная сирена, возвещающая о пожаре. Это отделение надзорной деятельности и профилактической работы нашего города провело практическую тренировку по отработке действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием учебного помещения. Преподаватели без суеты и паники вывели учащихся с уроков по основным и запасным выходам. Через несколько минут подъехал пожарный взвод. По легенде учений в 40-й школе, очаг возгорания был ликвидирован вовремя. Подразделения пожарной охраны прибыли за 2 минуты 53 секунды. Пострадавший был спасен и передан бригаде скорой помощи. Учения прошли по намеченной схеме без каких-либо сбоев или недоразумений. И преподаватели, и учащиеся показали отличную подготовку при возникновении внештатных ситуаций. А пожарный расчет слаженностью своих действий подтвердил свой профессионализм, наработанный годами нелегкой службы. Пришла быстрая помощь, все хорошо работали, слаженно. Быстро одели мне кислородную маску. В принципе, хорошо все отработали. С начала 2017 года на территории нашего города произошло 39 пожаров, 29 из которых случились в жилом секторе. Жертвами возгораний стали 4 человек, 3 погибло. Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. К счастью, детей среди погибших и пострадавших не было. Светлана Зарянко, Вячеслав Ирин, Марина Зайцева, ТВГало, Воркута.